рабочий день у некоторых водителей маршрутных пазиков сегодня выдался коротким. Во время проверки транспортных средств инспекторы обнаружили технические несоответствия, угрожающие безопасности пассажиров. 4 автобуса с неисправной тормозной системой или превышением люфта в рулевом управлении эвакуировали на штрафстоянку. Должностные лица, которые позволили таким машинам выйти в рейс, понесут наказание. В общей сложности за время сегодняшнего мероприятия к ответственности в сфере пассажирских перевозок привлекли 201 водителя. Сейчас идет анализ. Нашлись утром вторника и те, кто либо еще не протрезвел, либо привык начинать свой день не с кофе. У 4 водителей цифры в окошечке алкотестера существенно отличались от предельно допустимых. Госавтоинспекции напоминают за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медосвидетельствования. Следует лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Рецидивистов ждет уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы до 2 лет.